И всем снова привет. Недавно в магазине я увидел набор журналов Лего Ниндзяго. В него входилось, там написано было, два случайных журнала из одного из выпуска, состоящего из шести журналов, соответственно, подарочные фигурки. Ну, я решил взять и купить его. Собственно, почему бы и нет? Там фигурки были прикольные. Итак, мне достались две вот такие вот фигурки. Это вот у нас написано Сойер, а вот это вот у нас Баффер. Ну, судя по их одежде и вообще по атрибутам, наверное, видно, что это двое типов из банды сыновей Гармадона. Да. Хотя мне хотелось получить больше Коула и Линию. Там были фигурки в этом выпуске, да я думал, мне хоть кто-то один достанется, но нет. Мне повезло. Ну ладно, злодеи мне тоже пригодятся. Там еще две фигурки какие-то были злодейские. Джет-Джек вроде там был. Была фигурка. И кто-то еще. Потому что я помню, там из добрых, вот именно из ниндзя, только две фигурки были. Это Коул и Нир. И мне они не достались. Жалко, конечно. Ну ладно. У меня там есть еще... Вспомнил две китайские мини-фигурки Джей и Коула. Но они из старых наборов. Ну, хотя, пофиг. Давайте посмотрим, наконец, на эти фигурки. Откроем их и соберем. Начнем с этого Баффера. Так. Давай, открывайся. Да, как видно, это оригинальная уже фигурка. Вон написано «Лего». Ну, понятное дело, в журналах всегда оригинальные фигурки. Так. Вот он. Уже наполовину собранный. Ай, там голова укатилась. Блин, там некоторые детали, кажется, прилипли. Так, все. Там только одна деталь оставалась. Ну, значит, все. Так, давайте его собирать. Тут уже он, собственно, почти собран. Руки уже собраны, приделаны к торсу. Так, остается к нему еще приделать ноги. Так. Это у нас куда надевать? А, вот так вот. Ножны тут для меча. Даже два меча влезут. У него ж тут два меча как раз. Так, вот сюда. Ножны сверху. Голову надеваем. Так, на голове, как видно, только одно лицо. Так, вот шлем у него. Чечи. Ой, что-то чечи не захотели прикрепляться. Улетели. Летучие, блин. Так, а может я их неправильно прикрепил? Ну-ка еще раз попробуем. Так. О, вот теперь правильно. Так, ну теперь вставляем ему, наверное, в руку. Правую меч. Второй меч вставляем в ножны. Вот так. Да, давненько я в руках не держал оригинальные мини-фигурки. Сразу видно вон, что оригинальное качество другое совершенно. Да, вот такой вот злобный чувак. По-моему, он достаточно прикольный. Как я уже сказал, у меня что-то вообще мало фигурок по ниндзяго. Особо злодейских фигурок у меня нет вообще. Ну вот теперь будет. Так, ну давайте еще вторую откроем. Сойера. Так, ну-ка, он тут почти собран. Так, у него тут вон еще бензопила есть какая-то. Вот прикольный аксессуар, кстати, пригодится. Так, у него вон такая же одежонка, кстати, что и у Баффера. Потому что я же говорю, это из одной и той же банды. Тут два типа...
из «Сыновей Гармадона». Так, что там у него еще? Интересно. А, такая... А, у него ж борода есть. Что-то я маленечко облажался. Так, бороду не надел. О, бородач. Так, все. Вот теперь уже волосы. Не, ну а чё, прикольный такой. Так, теперь соберем ему пилу. Как она тут собирается? Так, вот сюда мы крепим что-то, какое-то подобие пистолета. Сюда тоже. Только вот так вот. Далее саму пилу вставляем вот сюда. Так. А чё? Прикольно так получается. Так, дальше сюда приделаем эту фиолетовую детальку. И, наконец, что это... Наверное, индикатор бензина, сколько в ней там есть. Так, ну вот, готова пила. Остается вручить ему ее, собственно. Так, делаем вот сюда, в руку. Вот такой вот красавчик. Шикарная фигурка, вот особенно мне пила понравилась. Он классно как сделано. Так. Ну, собственно, вот такие вот у меня получились фигурки. Такие вот мне попались два чувака злобненьких. И я тут хочу с ними попробовать сделать простую анимацию. Еще с некоторыми фигурками, которые у меня есть. Вот, просто для разогрева. Ну, когда будет готово, выложу на YouTube, только на другой уже канал. Да, у меня отдельный канал будет для этих вещей. Ну, ладно, на этом все. А пока что, если хотите новых роликов, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.